Виктор, вы сейчас серьезно выглядите, но хотел бы немножко с другого начать. А вы играете в PlayStation еще? Я, да. А там нет противостояния СКА «Динамо»? А, пока еще не вышла игра, это КХЛ, к сожалению. Ну, то есть вы расстраиваетесь или нет? Ну, я бы с Овощем сыграл бы, если было. И за кого? За СКА, конечно. А если серьезно, вот предстоит сегодня матч, о котором, в общем-то, о принципиальности говорить не нужно, наверное. Что будет главное в этой игре и как остановить «Динамо»? Ну, я думаю, главное начать хорошо. У нас в последние пару игр была проблема с стартом. Ну, конечно, игровая дисциплина. То есть выполнять установку тренера и, я думаю, не удаляться так много. А в Загребе были, так скажем, не совсем, может быть, правильные решения арбитров. А не боитесь ли вы того, что здесь может быть домашнее судейство, как вот... Бывает. Да нет, судей претензий нет, что они тоже тяжелые работы, то есть там без ошибок, я думаю, тоже не бывает. То есть как будет судить, так будет судить. А вас по ходу матча всегда Яланин меняет, меняет сочетание нападения. А насколько это вообще удобно, как игроку, потому что вы на тренировке с одними партнерами, потом меняетесь, и по ходу игры приходится меняться. Насколько вы готовы к этому? Ну, сейчас как-то более-менее к этому привыкли. Вначале было немножко тяжеловато, но сейчас уже знаем, что ожидать, и как-то уже готовишь себя к этому. А внимание вот будете обращать, чтобы кричать стадион здесь? Он, в общем-то, не совсем, так скажем, культурный бывает. Да не, что это всегда, ну, как бы... Конечно, хотелось бы дома играть, но это как бы часть спорта, не знаю, там... Стадион там. А вот психологически сейчас выездная серия проще будет играть, чем дома играли? Да нет, всегда хочется дома играть, перед своих болельщиков. Там, конечно, больше поддержки и как-то больше мотивирует. Спасибо.